Мини-смерч накануне образовался в Нефтекамске. Местные жители сняли природное явление на видео. Пылевой вихрь образовался во дворе по улице Ленина и с каждой секундой набирал силу, поднимая в воздух пыль на высоту 12-этажного дома. К счастью, дорасти до полноценного смерча ему не удалось, и через несколько минут вихрь прекратился. Очевидцы побеспокоились за белье соседей, которое сушилось на улице, однако по силе мини-смерч был способен разве что небольшие камни уносить в воздух. В это время синоптики прогнозируют усиление ветра и кратковременные дожди. Так, в Уфе в среду, четверг и пятницу возможны осадки с грозой и порывы до 15 метров в секунду. В целом, практически во всех районах республики сохранится жаркая и влажная погода. В столице региона на этой неделе столбик термометра будет в районе от 29 до 34 градусов тепла.